ядерного ложка ничего не идет. Я не думал просто считать сегодня. Я думал сегодня взять Бельникова или все увидеть. По привычке, дублируя прошлое, чередою встречи, прощаний, я всегда уходил по-хорошему, не даря никаких обещаний. Поменяв в эту ночь декорации желанного, став достойным, слушал стонов и оваций, оставаясь картинно спокойным, совершенно не чувствуя времени и не зная, чего же мне хочется. В размалеванной плотской феерии ощущал я свое одиночество. Уралесил я с нею осознанно, пробираясь от страсти к истине. Что же, встретились мы так поздно, слишком поздно и слишком искренне. И опять, возвращаясь к прошлому по привычке, как по закону, я расстанусь с ней по-хорошему. Просто мне не дано по-другому. Спасибо.